Доброго утра вам, друзья! Вот у нас сегодня какой замечательный солнечный день. После недели холода, прохлады. Посмотрите, друзья, сегодня солнце. Я думаю, скоро уже температура будет до 30. Ну а сейчас, друзья, приглашаю вас на свою кухню. Дорогие мои, конечно, вот что у меня осталось от вчерашнего торта. Посмотрите, небольшой кусочек. Я здесь себе налила кофе черный. Замечательный день сегодня. И я, дорогие мои, посмотрите, вот хочу показать вам, как можно даже кушать этот тортик наш, приготовленный вчера с вами. Посмотрите, друзья, буквально не реже его вот такими маленькими заготовочками вкусненько отправлять в рот, друзья. Посмотрите, замечательный, вкусный рецепт. Я советую всем мамам, бабушкам приготовить, и папам тоже, такой замечательный, ароматный, нежный рецепт торта Наполеон. Посмотрите, друзья, буквально пироженка, сразу отправляем в рот, вкусно, ароматно, прекрасный тортик. Вот какой был торт и остался кусок. Конечно, мои все родные и близкие его с удовольствием скушали. Ну а сегодня, друзья, мы с вами будем готовить рыбу. Стейки из рыбы. Итак, друзья, я приглашаю вас вместе со мной приготовить рыбку. Какие стейки я хочу запечь в духовке, друзья? Я запекаю, конечно, простым, обычным способом. То есть не солила, не перчила. Просто заливаю, сейчас вот у меня половина лимона, лимончиком. Каждый стейк будет у меня сбрызнут лимоном. Посмотрите. Конечно же, дно нашей формочки я смазала растительным маслом. И отправляю, друзья, наши стейки в духовку при температуре 180 градусов где-то минут на 30. А затем встретимся, друзья. Смотрите, друзья, 30 минут прошло, и наши стейки готовы. То есть я вам уже говорила, посмотрите, друзья, какие замечательные кусочки. Я не солила, не перчила, только лимоном. Сбрызнула каждый стейк. И предварительно была у меня смазана духовка растительным маслом. Теперь, друзья, у меня вот какой следующий этап. Рыбка, друзья, получилась мягенькая, посмотрите, нежная, не сухая рыба получилась, друзья. И сейчас я хочу два вот этих центральных стейка приготовить с определенной заливкой. Дорогие друзья, посмотрите, я вот наши два центральных стейка рыбных обложила помидором. Здесь дальше у меня, друзья, есть яйцо. В это яйцо, посмотрите, я высыпаю смесь трав, прекрасных пряных трав. Где-то чайная ложка смеси трав. Здесь травы у меня чеснок сухой, молотый кориандр чуть-чуть, чуть-чуть прованских трав, хотя они в основном идут для мяса, но я именно для нашей рыбки вам советую приготовить. Ваше усмотрение, дорогие. Здесь я взяла кориандр, здесь у меня сухой чесночок и прованские травки чуть-чуть. И вот этой смесью, посмотрите, дорогие мои, я заливаю наши центральные два стейка. Посмотрите, вот я залила. И отправляем еще в духовку где-то минут на 10. И где-то на минут 10-15 я отправлю в духовку.